Такие люди, как Навальный, они просто пытаются внести в раскол в наше общество. И вот это как раз самая большая опасность. Почему? Потому что сперва идут идеологи, да? И они ссорят, они сеют. А потом идет раскол, идет само столкновение между несогласными. И вот он как раз является предателем народа. Я патриот. Отлично. Я доказал. Спасибо большое. Вот это вот то, что было сказано, это очень важно. Очень важно. Потому что нам пытаются продать вот это как точку зрения всех граждан России. Нам же что говорят? Ну давайте не будем вносить смуту. Ну какой Ротенберг? Зачем говорить про Ротенберга? Это смута. Зачем говорить про эти дачи? Это смута. Зачем говорить про коррупцию? Это смута. А тогда для чего вообще страна-то существует? Я не понимаю. Для меня национальная идея заключается в том, чтобы русские люди, граждане...